Всем привет! Сейчас я буду готовить. Я решила сделать для себя ланч, и заодно мы с вами узнаем несколько новых рецептов. То, что я планирую сделать. Я планирую сделать салат, и к салату я планирую сделать broiled salmon, то есть salmon, который будет запечен в бройлере. Я сейчас спущу камеру, и вы все для себя увидите. Первое, что мы сделаем, мы возьмем вот такой лист. Я кладу на него фольгу, чтобы потом легче было мыть. Сверху оставлю решетку. Сейчас я промою свою рыбу сейлман. Я потру ее бумажным полотенцем. Я не удаляю кожу сейлман, потому что, мне кажется, это добавляет вкуса. Решетку я сбрызгиваю специальным cooking spray или таким специальным маслом, который в разбрызгивателе, и кладем кожей вниз. Лучше всего порезать рыбу заранее на порционные куски. Я поделю этот большой кусок на две части, одну для себя и одну для дочери. В принципе, можно было бы и поделить на три, но так как нас двое, я поделю на двоих. Я знаю, что она тоже очень это любит. Мужчины наши, ни муж, ни сын, эту рыбу не едят. Для них она сильно пахнет и так далее. Но мне с дочерью, так это наша самая любимая рыба. Дальше, что я кладу на него сверху? Две вещи. Первое, это вот Old Bay Seasoning. Это специальные специи для seafood, то есть для морской еды. Можно его использовать для poultry, это типа курицы или индюшки, и на салатов, и для мяса. Что туда входит в эту смесь? Celery salt, то есть сол, где есть сельдерей, семена сельдерея, а также специи, которые такие, как красный перец, черный перец и паприка, вот то, что сюда входит. Красный перец, черный перец и паприка и семена сельдерея. И она на вид такая вот оранжевая, если ее посмотреть, смесь эта. И она очень добавляет такой хороший вкус к сэлмон. Дальше что делаю? Я беру два таких небольших кусочка масла на каждую кусочек рыбы, потому что он растает в духовке. Теперь все это ставится в духовку. В духовку я устанавливаю именно на бройл. Согрейте духовку предварительно, чтобы у вас рыба не шла именно в холодную духовку. Предварительно разогрейте на бройл. Дальше салат я делаю из всего, что у меня есть. Допустим, сегодня я купила baby kale. Вместо этого вы можете использовать рукколу или молодой шпинат или смешанная зелень. Что вы хотите. В любом случае это будет хороший источник таких важных элементов, как витамин А, который очень хорош, допустим, для глаз и также для кожи. Витамин К, а также кальций, фолат и хороший источник железа. Ну и дальше вы добавляете все по вашему вкусу. Допустим, я добавляю редиску, я буду добавлять свеклу и так далее. И все, что я выбираю, это потому что я хочу добавить как можно больше в этот салат антиоксидантов и таких ингредиентов, которые богаты витаминами. То есть ваш салат должен быть очень ярким, чтобы был он полезным. Дальше я еще буду добавлять морковку. И самое мое любимое — это сушеная клюква, которую у нас здесь продают в Costco. У вас, наверное, тоже ее продают, потому что я знаю, что в России, конечно, клюква должна быть. В клюкве очень много антиоксидантов. Антиоксиданты очень полезны как для сердца, так и считается, что они помогают предотвращать именно
рак и бороться с инфекциями. Ну, я столько добавляю это на ваш вкус, сколько вы хотите добавлять в свой салат. Ну, еще я добавляю для вкуса это blue cheese, это синий такой сыр. Но вы можете заменить его на горгонзола чиз, на горгонзола сыр или goat cheese, это сыр, козий сыр. Ну, сейчас, что самое вкусное, мы будем добавлять, это такие sugar-coated pecans, это засахаренные орехи, pecans, можете их заменить грецкими орехами. И в конце я даю отдельный рецепт, как это приготовить их. Еще я добавляю roasted beets, это запеченная свекла, которую я тоже приготовила заранее. Она у меня хранится в холодильнике. И я добавляю понемногу в салат. И тоже отдельно на это я вам дам рецепт. Ну, последнее, что я добавлю, это chickpeas. Chickpeas – это garbanzo beans или бобы garbanzo. Их промываю и добавляю сверху немного. У них много клетчатки, а также протеина, белка. И таким образом ваш салат получается очень сбалансированный, где есть и белок, есть и клетчатка, и есть очень много микроэлементов и всяких разных витаминов, антиоксидантов, которые очень полезны для вашего здоровья. А сверху я поливаю white balsamic vinegar, это вот такой белый бальзамический уксус, и оливковое масло, которое вы можете заменить прекрасно на подсолнечное масло. Также сверху, по желанию, вы можете сбрызнуть соком лимона, тоже это добавит очень такого приятного вкуса. Старайтесь сделать такой салат каждый день. Не увлекайтесь купленными салат-дрессингами, вот этими, которые в бутылке, специальные подливки для салата, потому что в них очень-очень много соли, которая очень вредна для вашего здоровья, поднимает давление и так далее. Лучше всего просто использовать вот именно уксус и оливковое масло. Совсем немного, но очень хорошего качества. Ну и дальше мы проверяем наш сэлмон, нашу рыбу. Я готовлю ее обычно около 10 минут. Ваша духовка может готовить немного дольше, поэтому проверяйте. Сверху вы можете полить соком лимона. Я уверена, что вам такой салат очень понравится, и это очень полезно. Теперь мы научимся, как готовить запеченную свеклу. То, что делаю я обычно готовлю 2-3 свеклы на неделю, и потом в течение недели мы ее съедаем. Берете лист, оборачиваете его также фольгой, чтобы было легче потом чистить, но это не обязательно. Следующее, то, что я буду делать, я буду поливать оливковое масло прямо на лист, тонким слоем, или вы можете использовать подсолнечное масло. Следующее, что я буду делать, я ее почищу и нарежу где-то 1 сантиметр толщиной ломтики. Ну и дальше я хочу вам рассказать про то, насколько полезна именно свекла для вашего организма. Последние 5-10 лет популярность свеклы, допустим, в США, значительно возросла. Во многих ресторанах ее можно увидеть на меню, особенно ее используют в салатах. В супермаркете можно встретить свекольный сок, маринованную свеклу и так далее. Было установлено путем клинических исследований, что именно в свекле содержится очень много микроэлементов, антиоксидантов и витаминов группы В и С, и в то же время очень немного калорий.
Почему? Потому что основные карбогидраты, которые содержатся в свекле, они присутствуют в форме файбр. Файбр – это клетчатка. То есть организм его не усваивает. Но именно повышенное содержание клетчатки – это то, что нужно для успешного пищеварения. Также в ходе клинических исследований было установлено, что в течение 6 часов после того, как человек потребляет свеклу, понижается систолическое давление. И такие цифры были от 4 до 10 миллиметров ртутного столба, заметили понижение в систолическом давлении. Но это временный эффект, это длится только 6 часов. Когда свекла запекается, то по сравнению с тем, если мы ее варим, допустим, большее количество микроэлементов и полезных веществ сохраняется. Также вкусовые качества намного выше, когда она запечена, по сравнению с тем, когда мы ее варим в воде. Ну, вы видите, что я сделала. Я положила на фольгу в один слой свеклу. Сверху также я мажу оливковым маслом. Вы можете использовать подсолнечное масло. Я кладу в один слой, чтобы именно она сготовилась быстрее. И будем готовить на довольно низком огне, чтобы сохранить как можно больше полезных питательных веществ, витаминов. То, что я делаю, я ставлю в духовку где-то на 190 градусов по Цельсию или 375 по Фаренгейту. И я ставлю где-то на полчаса, 40 минут, вот так вот у меня получается. Затем вы проверяете вилкой на то, как она готова. Она должна быть довольно-таки мягкая у вас внутри. Маленькие кусочки изготовятся, естественно, быстрее, чем крупные. Вы можете их начинать удалять раньше, потому что которые мелкие куски, они изготовятся у вас быстрее. И затем я все это складываю вот в такой контейнер и храню в холодильнике. Точно таким же способом вы можете готовить свеклу для винегрета. И, кстати, вкус винегрета будет намного вкуснее, если вы сделаете ее таким способом, вместо того, чтобы варить, вот как мы это раньше делали. Следующее, что мы будем готовить, засахаренные пекинс. Это очень вкусно, необыкновенно вкусно, и невозможно остановиться их кушать. По крайней мере, для меня это очень трудно остановиться кушать пекинс, для моих детей тоже. Все это очень любят. Также вместо пекинс вы можете использовать walnuts. Это walnuts, это грецкие орехи. Но первое, что я взяла, это я взяла сахар. Ну, вы видели, где-то пол чашки сахара, немножко соли, буквально пол чайной ложки соли. И следующее, что мы будем добавлять, это синнамон или корица. Это где-то одну чайную ложку корицы. Пакет орехов, который я купила, был 9 унций. Это получается где-то 255 грамм. То есть 250 грамм орехов, пол чашки сахара, немного соли и немного корицы. Все это смешиваете. Следующее, что мы будем использовать, это яйцо. Мы возьмем яйцо и отделим белок. То есть мы используем только белок от яйца.
от одного яйца, а также немного воды, буквально 2 ложки воды. И мы взобьем это все в пену венчиком. Ну и далее взбивайте в такую хорошую пену. И я уверена, если вы потратите вот эти 5 минут, дольше это у вас не займет, чтобы вот просто приготовить их и положить на лист. Вы будете настолько признательны, и это очень вкусно. В магазине никогда таких вкусных орехов вы купить не сможете. Дальше добавляете орехи вот в эту смесь, где у вас белок с водой взбитый. Перемешиваете, чтобы они покрылись равномерно со всех сторон. И следующее мы будем добавлять нашу смесь, где у нас есть сахар-соль и корица сверху. И также еще раз мы все это перемешаем, чтобы равномерно покрыть наши орехи. Ну, дальше лист я предварительно смазала. И выкладывайте орехи на лист. Старайтесь, чтобы они все были распределены именно в один слой, чтобы они у вас прожарились со всех сторон, чтобы они не были нагромождены друг на друга. Если необходимо, возьмите больше лист, если вы делаете большее количество. Ну, примерно вот так. Предварительно прогрейте духовку до 250 градусов по Фаренгейту или 120 по Цельсию. И затем они у вас будут готовиться 1 час. Каждые 15 минут вот так вот перемешайте их, чтобы они у вас равномерно прожарились. Запах необыкновенный, вот именно идет от корицы. И вот они такие вкусные, когда они вот именно теплые и только что из духовки. Еще помню, я давала вам рецепт финики с крем-чиз и вот с такими сахарными орехами сверху. Это очень такой быстрый, легкий дезерт, и это очень такой здоровый дезерт, то что... Там нет ничего мучного и печеного, и это очень быстро сделать можно. Так что, если вам интересно, пересмотрите видео, где я делаю капучино. По-моему, в этом видео сделала я такой десерт. Мне кажется, если вы подарите такую банку засахаренных орехов кому-нибудь из своих близких, люди будут вам очень признательны. Надеюсь, что вам понравились эти простые рецепты. Пишите в комментариях, какие у вас свои рецепты. И давайте обмениваться рецептами, и будет очень интересно и полезно для всех. До свидания, до следующих встреч. Благодарю вас за просмотр.